можно мне в пробку, пожалуйста? А то мне как-то неуютно, я торчу у всех на виду. Ну, как-то лучше. Сука. Сука, я тебя еще не балла разобью. О, нихуя себе, это кто? Нифига себе, это кто? Ня-ня-ня. Здорово! Привет. А это кто? А? А это кто? Это, не знаю. А? Я просто домой ехал. Блять, а я просто по Садовому ехал. Какие-то чуваки, блять. И что, ни одной знакомой рожи нет, что ли? Нет, какие-то деды, блять. Блин, офигеть. Маргиналы. Ну давай спросим у кого-нибудь. О, здорово! А ты тоже домой ехал? Не, я сюда приехал. А это чё? А, ё-моё! Так, стой, подожди, я тебе полчаса назад уговаривал не про... А ты чё на фиксе-то? Ты чё быстро продал велик, ты чё? Давай, всё, покупаю. Вы понимаете, что ваша цифровая личность значительно отличается от реальной? Вот это вот человек, который сказал, в жопу фиксит гир. Вот, продаю велик. Короче, поехал я отсюда, давай. Не скидь! Так, понятия не имею, куда я приехал, но тут красивенько. Ну, в вашем случае красиво пересвечено, не обессудьте уж. На закате едешь в разные стороны, подобрать экспозицию чрезвычайно сложно.